Кто такая мама-медведица? Это высокая плюшевая ячменно-белая медведица, возможно, принимающая облик антропоморфного полярного медведя, которая имеет несколько костюмированный внешний вид, несмотря на то, что она является плюшевым персонажем. Ее тело кажется сшито вместе с большим разрывом в животе, открывающим темно-розовый, похожий на кишечник хлопок. У мамы-медведицы также есть гораздо более крупная и ужасающая форма, известная как мега-мама. Ее тело становится намного больше и очень раздувается, и она больше не носит свою розовую юбку. Ее похожий на кишечник хлопок заменен на массивное скопление триггер-мишек, которые собраны вместе. Мама-медведица изначально показана как заботливая личность, всегда разговаривающая спокойным материнским тоном и проявляющая личную нежность к своим детям. В конце концов, она раскрывает свою извращенную, жестокую, убийственную сторону, приказывая своим детям остановить вас, а после убить и съесть части вашего тела.